Телефонные террористы не оставляют полицию, спасатели без работы. Снова под прицел псевдоминеров попал Малиновский суд. Достоверность вызовов уже второй раз подряд проверяли следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Как ни странно, спустя несколько часов после звонка горе-минера удалось разыскать. Им оказался 38-летний одессит. Час, дата сбыта. 477, тобто здійснювався дзвінок оператору. Для активації сім-картки. Так. І подальшому був здійснений виклик на 102. Мінірував суд задержаний не для розвлечення, він пытался оттянуть рішення Феміди. Псевдоминер сподівався відтермінувати судове засідання у справі по факту шахрайства, в якій він був обвинуваченим. Правопорушника викрили співробітники слідчого управління поліції за оперативного супровіду Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом прокуратури області. Вместе со своим делом минер сорвал заседание по делу экс-главы областного управления ГСЧС Виктора Федорчака. Бывшего чиновника обвиняют в служебной небрежности, что привело к трагическим пожарам в лагере «Виктория» в 2017 году. В психиатрической больнице, гостинице «Токио Стар» и Одесском колледже на Троицкой в 2019 году. Федорчака отстранили от должности только после поручения премьер-министра. Одновременно спасатель внезапно объявил о решении уйти в декретный отпуск.